Карандаши, они бывают разноцветными. Карандаши – это такие вещи, которыми рисуют на бумаге, на картоне иногда. Карандаши любые могут быть, и цветными, и простыми. В карандашах есть грифели, которые могут биться. Карандаши бывают разные, они бывают цветные, в виде ручек, бывают обычные простые карандаши. Еще бывают деревянные и нетеревянные. Без них не впускают в школу. Когда не было карандашей, человеки рисовали угольками. Их придумал. Карандаши придумали, чтобы рисовать на мультике. Чтоб все люди могли рисовать и писать. Чтобы рисовать ими, чертить что-нибудь.